Привет, друзья! Сегодня мы проедем с вами через пункты взимания платы на трассе М4. Оплатить проезд можно наличными средствами или банковской картой, а также бесконтактной оплатой с помощью транспондера. Обратите внимание на желтые и зеленые знаки над полосами. Если вы выбрали способ оплаты наличным или безналичным расчетом, то вы можете проехать только по той полосе, над которой висит желтый знак. При бесконтактной оплате с помощью транспондера вы можете проехать по любой доступной полосе. После автоматического списания средств шлагбаум поднимается, и вы можете проезжать. Подписывайся на мой канал Максон Патиссон. Пока-пока!